Вести с юга. Слониха Чани, прошлым летом переехавшая из Староскольского зоопарка в сафари-парк Геленджика, стала модницей. Специально для нее местный дизайнер Светлана Комарова связала 3-метровую шаль. На ее изготовление ушло около 4 килограммов пряжи. В яркой и теплой накидке слониха теперь выходит погулять в открытый вольер. На улицу Чани сейчас выпускают только в теплую погоду. В Геленджике она живет в зимнем домике с подогреваемыми полами. К слову, средства массовой информации Кубани называют слониху одним из самых знаменитых животных юга России.